Всем привет, с вами Дилнос и, видимо, близняшка Дилнос. И сегодня мы с вами проходим второй DLC к Atomic Heart, Узник Лимба. Я довольная, я дождалась, я в большом предвкушении. Начало меня уже заинтриговало. Я частично смотрела, опять же, чтобы там и по звуку было хорошо, и 3-10. Надеюсь, что все будет действительно good. Вот. И что ж, погнали. Я не вижу смысла медлить. Мы переходим к этому всему. Какие же прикольные анимации. Я скучала, честно, я скучала по Атомику. Основной Атомик я, конечно, не снимала в связи с не очень хорошей активностью. Но сейчас что-то появилась мотивация все снимать. И как раз DLC вышло. Пойдем на среднюю. Пойдем на среднюю, будет тяжело, значит, пойдем на легкую. Нам никто не мешает все поменять в процессе игры, так что все хорошо. Давайте пробовать. Ой, прелесть, все белое, я белая. Итак, мы проснулись. Где-то в Лимбо. Где-то между Лимбо и не Лимбо. Сейчас поймете, почему ебучие между. Ебучие пироги. Ну, классика жанра. Сейчас. На кольце смотрите, внутри кольца. Моя любовь всегда с тобой. Блесна. У тебя нет звезды, у меня есть. Руку, руку! А, нет, что со мной, какого дьявола? Я буду переводить. Нет. Я рядом. Хорошо, буду держаться. А то я что-то не поняла, где озвучка, потом поняла, что это как бы этот, как сказать, перевод его слов с лимбовского, с кошачьего, кошколимбовского. Так, аллея скорости. Я такое видел в какой-то игре, блогеры обычно ее на фон ставят, я правда не помню какая, напишите, пожалуйста, в комментах. Чтобы дальше и сильнее получился твой прыжок, место старта поровнее и рули наискосок. Если угол выбран верно, устремишься ровно ввысь и спокойно, планомерно к новой цели приземлись. Все верно. Есть и неправильный вариант. Есть еще чем поделиться. Выбрав правильный момент, правильный все-таки, взмоешь в небо словно птица, ускорение агент. Резко вверх гони на склоне, чтобы удвоить свой прыжок. Не забудь и о наклоне, примени же свой рывок. А теперь... Вникаем подробнее. Место старта правнее, рули наискосок. А, типа, не беги прямо, беги, это как бы снизу вверх. Снизу вверх. Если угол выбран верно, ввысь. Резко вверх гони на склоне. И не забудь про рывок. Это, я так понимаю, типа, мы бежим вниз, потом вверх на шоссе. Не знаю. Ну не пропадем, родной. Бывало ведь и хуже. Конечно, было. Да что вы такое говорите? Ну теперь мне легче. Теперь вытащить тебя будет несколько сложнее. Так, сначала придется пройти этот путь. Нужно зафиксироваться. Модуль восход тебя больше не стабилизирует. Но это для нас даже к лучшему, верно? Не знаю, ты прям очень пытаешься нас приободрить. Вот у нас здоровье в виде карамельной палочки. А мы ж бегать не можем. Ну, видимо, вслед за яблоками. А, тут не обязательно. Так, вот я же влип что-то. Оп! Нет, как-то что-то... Не переживай, все будет отлично. Найди место поспокойнее, там я тебе все объясню. Какое место поспокойнее? Я не понимаю, что от нас хотят. Куда мы должны идти? Вроде он скользит. Вроде даже неплохо скользит. Вот теперь плохо. Пока! Ладно, хорошо. 9%, а теперь это будет мой рекорд. А ну давайте пробовать. Ты же замолчал, я вообще не поняла изначально, как оно должно работать. Ну давайте, ладно, ничего. Я в принципе могу даже не ходить, он сам неплохо разгоняется. Вот как раз то, о чем мне говорили, прямо не беги. Какая музычка приятная. Приятная, прекрасная, развеселая.
Вполне все для того, чтобы пройти атомик. И... О! Ловим принцип. Ловим принцип. Бежим понизу. Ай, замедлили. Бежим, 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 бежим. И наверх. Сюда нам надо. И наверх. Так. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. И наверх. Опа, сохранение. Бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. И наверх у меня пролагало. Еще рыбок, родной. Ой, спасибо, золотая. Это же наша девочка. Теперь у нас будет такое очень милое ламповое прохождение, пока мы не начнем. Ай-яй-яй, кого-то бить, сейчас не долечу, да? Одумайте. Это место я определенно тут был, но в голове лишь белый шум. Выглядит, конечно, весело, но... О, пчела! Она биться может. Я пробовала это сделать, он изначально не бил никого. Такой мирный чувачок. Так, ребята, выбираем превьюшку. Спокойно. Все, родной, может быть, пойдешь, может быть, нет, может быть, блесну поставлю. Он тоже классный. А я сейчас побольше моментов себе заберу, чтобы потом можно было выбирать спокойно. Ой, так, погнали. Ну что, ребят, пока мы катаемся, буду как все блогеры разговорничать в эти моменты. А, как дела? Как вы вообще? Как вы жили? Как вы... А, фух, не меняла, да, плохой, ужасно отрадно. Как дела, как жили, как были? Что нового? Для тех, кто только-только на канале впервые, напишите вообще, что как, что вас сюда привело. Какие впечатления. Я же наверх хотела устремиться. А, стой. Давай назад. Ладно, не перепрыгивай. Давай назад. Я хочу яблочко собрать. Если уж занесла нелегкое на эту сторону, то можно и воспользоваться. Ну, кстати, рывком я не пользуюсь. Но нормально. Ловим волну. Я ни разу не играла в подобного ай-яй-яй-яй рода игры. Ну, не в плане в Atomic Heart, а где надо скользить и что-то... Видишь, домик впереди. Там мы сможем поговорить. В этом духе главное, сделать. Главное, слушай меня, и все будет в порядке. А я ты не блесна, да? На самом деле. Тихо. Давай ты так виснуть не будешь, что 30% пути мы прошли. Спокойно, я уже в облака врезаю себя. Ну, нет. Ну, просто как в компьютерной игре. Какой злой котик. А, мы как в компьютерной игре, иронично, что-то правда так. У нас понижается здоровье, а теперь оно повышается. Кайф, ладно, пошла. Ух ты ж, прошу меня, простите, вы что за чудо-йода, сударь или сударыня? А, о, полагаю, у вас есть что-то изысканное и не для этого мира. Возможно, мне карта? Ага. А, мы можем теперь покупать оружие. Вы приобретаете облик оружия для основной игры, однако. Ну, Шветльдинка у нас на другой пока и нет. Монеточек. Куплен, хорошо, продолжить, уже куплен. Ты его экипировал, надеюсь, или как? Нет. А как тебе экипировать? На правую? Уже куплено. Ульдинки, для вас есть глазурный привет. Поздоровался раз, а тебя уже нет. Лавка тети Моти. Это тетя Мотя? Что за отсылки на Лунтика? Куча отсылок. Ладно, хорошо. Я бы могла поставить тебя на превьюшку, но это уже сделал купленок. Изучение, какие-то формулы. Это, конечно, все прелестно. А где мой швед-то в итоге? Ты за мной смотришь, нет? Ну, можно сказать, что смотрит. Мы его получили, но не получили. А-а-а! Забери. Что ты не проходишь-то? Застревает и все. Хорошо. Мы не гордые, мы побегаем, монеты пособираем. Нам же лучше. И что? Балкон для того, чтобы мы осмотрелись. Поняли, какой красивый вид. Поняли, что нам есть еще чему учиться. Вот, да, золотые. Что могу сказать? Пока все драйвово. Все быстренько, все шустренько, мне нравится. Вот. Итак, мы в Лимбо. Ага. Оба. Я очень хочу это исправить.
А как ты будешь не в Лимбо? Вообще мне тут нравится, может, я не все понимаю, но мне кажется, что скоро память начнет возвращаться к тебе, и ты полностью освоишься в этом мире. Тогда мы найдем выход отсюда. Ну как сказать, в этом мире? Установлен модуль «Восход», помнишь? При помощи этой штукенции тебя можно было окунуть в Лимбо. И она же блокировала твою память. Вот именно. И мы били всех подряд. Точно, начнем вспоминать про эту дрянь, вот да, это дерьмо. Но не какие-то конкретные воспоминания обо мне. Хотя, конечно, это тоже. Она не дает тебе вспомнить, каким ты был до Болгарии. Поскольку Харитон Родионович больше не контролирует Восход, ты скоро станешь самим собой. А потом ты покинешь Лимбо и поможешь мне. Идет? Простите, дамочка, из чего бы это вдруг? Хотя, конечно, почему бы вот и нет, мне нравишься. Этим путем ты доберешься до недр своего сознания. Да обратно вроде. Оттуда мы начнем карабкаться вверх к выходу. Нам туда. Нам сюда? Да, нам сюда. По идее, могла купить какое-нибудь оружие. Ай-я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 й, дальнего боя. Я этого не сделала. Еще и врезалась в эту в колючку. Что мне нравится? Что ты делаешь? Ты сохраняешь или что? Просто там как будто бы был намек на сохранение. Дискета, там все дела. Или нет? Или мне уже так кажется? Да стоп, я не понимаю. Откуда я начинаю? Алло? Ребята? Алло? Отсюда мы были, говорю. Там мы были. Отсюда пришли. Ай, тихо, осторожно, дырявый. Выворачивай наверх. Выворачивай. Оп. Выворачивай. Оп. Да тихо, спокойно, не получается. Тут каким-то чудом надо умудряться успевать. Оп. Нормально. Поэтому вполне можно приноровиться. Все идет как надо. Да мне тоже так кажется. Конечно, что-то там я профи. Ну так... еще бы, Плутоний. Я забыла, с кем говорю. Да выпендривался. Мы опять здесь? А, ну не здесь, ну не здесь. Сейчас, подожди, Плутоний. Подожди. Еще чуть-чуть и повысим тебе до звания Марса, как минимум. До Земли тебе, конечно, еще далеко. А со мной так вообще. Опа! Итак, наверх. Итак, наверх. Итак, опа. Я примерно понимаю, как оно должно работать. Нет, радует. Несказанно. Тихо. Опа. Приземляйся. И опа. Приземляйся. Ох. Вот тут надо наверх. Я сразу иду направо, а надо ввысь сначала. Хорошо. Нормально. Офигенно. Это интересно. Я думала, что это будет, во-первых, сложнее. Во-вторых, я думала, что это будет скучнее. Пока... И не так уж и сложно, и не скучно. Может, только пока. Потом меня это, наоборот, задолбает. И я буду думать, зачем я вообще на это подписалась, какое DLC. И без дополнений неплохо жилось, да? Да нет, думаю, вряд ли. Мне нравится Атомик. Мне нравится иногда... Посражаться. Воевать. Только иногда. И только в играх. В остальном не надо. Я неправильно приземлилась, там надо было куда-то в другое место, да? Будет смешно, если половины у вас нет. Даже сейчас я говорю для себя. Не знаю. Вот. Мне действительно было бы интересно узнать, насколько вы ждали эту игру. Насколько вы довольны тем, что уже получается. Насколько вам нравится эта яркость, красочность и идея Лимбо. Мне очень нравится. Вот почему в прошлый раз все получилось. Покопаться в сознании Нечаева — это всегда хорошо. Тем более мы помним, что делает Лимбо, да?
если помню. Потому что, допустим, мне пришлось, честно говоря, вспоминать, в чем смысл лимба. Помню, что это плохо. Но вспомнила, что это за стулья. Все нормально. Да ёшкин. То ли там замедлиться надо, то ли наоборот быстрее пролететь. Не знаю пока что. Будем пробовать. Как-то я пролетала же. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И наверх. И наверх. И опа. Нормально. Нормально. Давай, 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 давай. И оп. Есть. И оп. Есть. И оп. Есть. И опа. И оп. Нормально. Нормально, я сказала. Нет! Ну я не только там прошла. Молодец, все равно молодец, что ты еще скажешь. А ты, типа, услышал мое возмущение и решил меня похвалить. Котик мой золотой, спасибо. Но я не думаю, что все на этом моменте стопорились. Камон, 36% из 100. Не, ты что? Мы с тобой не так уж и плохи. Майор, мы должны это доказать. Мы должны это доказать и всем показать, понимаешь? Надо продемонстрировать свои навыки, полученные в игре. Все, у меня уже кукуха едет. А мы только начали. Ужас. Ужас. Спокойно. И наверх. И вниз. И наверх. Тихо, вот сейчас было плохо. Вот сейчас тоже было на самом деле плохо. Ну, сойдет. Опа! Есть. Ничего себе, ты далеко летаешь. Тут опять будет тетка. Интересный мир, правда? Я тут уже 3 года и все еще вижу много нового. А-а-а. 3 года, не знаю, смог бы это. Да, технически это сон. Застывшая вспышка между жизнью и сном в твоем случае и смертью в моем. Лимба живет своей жизнью, хотя каждый видит его по-своему. Мне нравится, что ты так легко об этом говоришь. Нужно быть сильным человеком, чтобы пережить Восход такое. Восход так сильно подавляет твое сознание, что я удивлена, что мы не 2 белые палочки на черном фоне, которые кидают друг другу квадратик. Чертов восход, как раз. Ну, довольно Черт красочно. Черт, мне попутал что-то там. Бабочки, печеньки, облака в виде какашек. Красота. Красота. Эй, подруга, у меня чувствительный внутренний мир. Можно тебя попросить быть тактичнее? Не хмурься. Я просто рада, что могу наконец говорить с тобой. Сейчас тебе нужно продолжать путь. Веселье только начинается. Ну, по идее, да. И, конечно, тоже приятно иметь с тобой дело. Вот не с тобой, а с Блесной. Вот это все страшно. Так, но тут ты быстро разберешься, Нет. что делать. Трудовые будни, но победить придется всех. Привет, ребята, во что играете? А, ты просто будешь стоять? Чур я тут за главного. И что, он не бьется? Или так и надо? Ну-ка, сдуем друг дружку. Он не бьется, он просто пинается мною по кругу. Я думала, в данном случае мы будем кидаться. А ну подожди, а если применить на тебя? А, тут ты просто летаешь. Вот он что. А вы умрете или вас тоже надо кинуть? Тихо. А ну. Я же почти докинула. А ну идем сюда. 2 из 5, да, надо их просто всех докинуть. Но это при том, что они не поддаются, и большая часть из них меня просто бьет. Я же пнула. Ой, больно, ну ладно. Да вот, слушай, не ну ладно. А ну стой. Оп. Все нормально. Все хорошо. Разобралась, что с вами делать. И ты туда же лети. Допустим, так было задумано. Ну, вроде да. Ты не долетел? Ладно. Да они не долетают. Ничего себе, не неженки. Плюс 1.
Нет? А, вы мимо пролетаете. Блин. Неловко. Что такое неловко? Неловко это когда они туда не долетают и тебя еще и опиздюрят при этом. Вот это действительно неловко. О, плюс два сразу. Сохранение. Спасибо. А эту пчелу мне можно как-то, ну, забрать себе? Мне очень страшно, что если я сейчас в нее попаду, а я в нее не попаду, то она выбросит монетку, хотя, скорее, я туда не попаду. О, казино-автомат. Выбери себе оружие и продолжай путь. Ну, как сказать, выбери. Тут, походу, у меня выбора нет. Или есть? Ваше благородие, госпожа, удачи. Вы сегодня так добры. Мне дали пушечку. Все, у меня швед, пушка. Патроны 30 из 30. И мы дальше продолжаем наш скользкий путь. Хорошо. Как сказать, хорошо. Немножечко напряжненько, но хорошо в целом. Ну все. Конец. Всем до свидания. С вами была Дилмас. Всем приятно. Вы все приятны. Но это тоже. Я надеюсь, что всем приятно. Вот. Было приятно с вами провести время. Всем спасибо. Всем пока. Да, ребятки. В любом случае. Это должно как-то закончиться. Мне интересно, выйдет ли он из лимба. Ой, я потом увидела, куда надо. Он уже сохранился, так что ничего страшного. Выйдем ли мы из лимба, может, там в конце, например. Ой. Ты, по-моему, недобрый. Ой. Стой ты, не застревай. Вот вообще не время. Ни хрена. А может, ты нас куда-нибудь наоборот докинешь? Может, ты можешь быть полезным? Ого, товарищ ящик, наверняка что-то там. И что? Пузырчатый мир, мы кого-то бьем. Прикиньте, кто-нибудь хочет нам помочь, мы его бьем. Лимбо, это же искажение реального мира. Ой. Я могла и на грибе остаться, в принципе. Не, ну он же зачем-то есть. Ай! Это я заберу. Эй. Ваше благородие, госпожа, удачи, не надо. Не надо. О! И чё? Расстроился мужичок. Он, наверное, не знает теперь, куда себя деть. О, собственно, заряд сбился. Зато он быстро заряжается теперь. Ну. Просто боюсь, на него нет смысла даже патроны тратить. Вы приобрели новый навык? Какой кабан? Ваше здоровье увеличено. Мне кажется, он не умрет. Подсоби-ка. А, не-не-не-не, этот нам не нужен. Все, стой. Завей была не права. Ай. Как же мне некомфортно в этой шубе, снять ее никак нельзя. Варежки еще шерстяные. А ты можешь еще медленнее? Ой, да. Еще помедленнее говори, да. Вот так медленно, прям все успеваю читать по два раза. Не нервничать. Не нервничать. Все нормально. Мы все пройдем. Есть. Да какой хайо, ты че? Чисто физически за нами не добежишь. Хайё у него там. Блин, я не понимаю, куда идти. А! Для дураков просто нарисовано. Типа не туда, а вот сюда. Ладно, хорошо. Признаю мой затык. Текс. Опа! Хочу попросить тебя кое о чем. О чем? Когда ты выберешься из лимба, пожалуйста, найди то, что осталось от робота-близняшки. И отыщи кольца, которые тебе пришлось выбросить. Благодаря им мы навсегда исчезнем для коллектива. Разберемся, у меня самого лапы чешутся выбраться отсюда. Кольца, да, с кольцами неловко вышло исправить.
Ты там мягко говори, немножко вышло. Вот оно что. Ладно, хорошо, хотя бы разобрались, куда идти. Это уже радует. С одной стороны, зачем идти вниз и замедляться? А с другой стороны, так более надежно. Сохранение. У нас прогресс вообще не идет, по идее. Я сверху как была на 36%, так и осталась, честно говоря. А ну, давайте все конечно, смотрим. Ты все правильно понял. Я близна. Катя ничья. Да. И если модуль восходит и снова затер эту информацию обо мне, не сомневайся, я — это я, твоя жена. Сейчас не поверю. Все все давно поняли, Катюша, это уже ничто не затрет. Ну, посмотри на нас, пушистое чучело и летающая капелька, тот еще сойдет. Так вот, я не просто кусок полимера. Дмитрий Сергеевич называет эту форму слеза. Я официально первый разведчик в потустороннем мире. В общем, мне есть чем гордиться. Но видишь ли, я очень хочу покинуть это место. Здесь же, наверное, не просто так предлагают купить все, правильно? То есть вы хотите сказать, что здесь еще где-то монетка есть? А я упустила в очередной раз, да? Но они же не просто так даму-то посадили. Хотя, может, и просто так. Типа, если вы тогда бегали, не надумали ничего купить, а сейчас надумали, то самое время исправиться. Угу. Ту-т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 у. Ай! Классно. Методом научного тыка мы узнаем, что ты лазишь. А нет, стоп, зачем первый этаж? Спокойно, я сбилась. Второй этаж в эту дырку можно выйти? Ага, можно выйти на крышу. Фу. Ну, можно. Спокойно. Обожаю его любовь везде застревать, но везде падать не очень. Обожаю. Что-то у меня сегодня мысли не клеятся, правда? Бывает такое, ничего страшного. Так. И что? Неужели никто так не делал и так не задумано? Ладно. Перебьем все эти штуки. Может быть, у них что-нибудь дадут. Нет, не дали нам монетку. А намек был именно на нее. Я однажды был в Рязани, там такой же с глазами. Звучит как новая частушка. Я однажды был в Рязани, там такого же с глазами. Что-то там, на-на-на. Вот, вот такие вот дела. Можно что-нибудь подкопить? С чем я буду ходить в реальной игре? Ну, не то чтобы реально, в оригинальной. Основной. Возможно, с... Кошек. С кожами рот не разевай. Ударит раз и все прощай. Карамелька. Как три кота, ей-богу. Кожа, карамелька, компот. Три кота, да, кошечка? Я просто не знаю, буду пользоваться, не буду. Ладно, давайте пока не будем покупать. Как я поняла, ты у нас гостья частая. Мы к тебе обязательно еще заглянем. Осталось разобраться, когда. Так. С какой стороны? Вот с этой стороны. Хорошо, стрелочки. Не всегда они помогают, конечно, но нормально, бывает. Что сейчас упало? Ладно, не знаю. У них там танцульки, все хорошо. А, эти кубы не разбираются. Танцульки, все хорошо, все отлично. Давай, что нам выпадет? И сегодня. Сектор прыжок на барабан, да? Быстрый, как молния. Возможность уклонения восстанавливается быстрее. Ну, не, ну еще быстрее, реально. Если сравнивать с тем, что было, то я соглашусь. Только сейчас поняла, что этот полимер не просто полимер, это же Катя. Она же реально, она же у нас слеза. Ну ладно. Сопровождает нас наша женушка.
Мы же такие не самостоятельные, да? Мы ничего без нее не можем. Ох уж эти мужчины, если что, я шучу. У меня есть прекрасная мужская часть моего канала. И поэтому сразу говорю, я шучу. Так, хорошо, сохранение. Сохранение. Ага, будем читать. Хорошо, больше знаешь, меньше спишь. Помнишь, мы всегда мало спали. 4-5 часов, не больше. Сначала учеба, потом война, потом бесконечные тренировки, аргентум. А уж после свадьбы... И мы всегда чувствовали себя хорошо. Сеченов и Захаров не сразу обратили внимание на это. Но все дело в генах. А ДРБ-1 отвечает за то, сколько времени нужно человеку, чтобы выспаться. Устройство «Восход» было разработано специально для таких, как мы, чтобы укоротить результативный сон еще сильнее. И именно таких людей изучала доктор Филатова в Академии последствий. Ну, не доизучала, правда. Как раз таки в лимбо она и была убита. А время тут течет по-особенному. В состоянии лимбо. Но сложно сопоставимо с реальным. Стрелки часов как будто замирают, но сами часы как будто бы можно унести далеко. Как будто бы можно, да. Пока ты движешься в определенную сторону, в реальном мире события продолжают происходить. Но если ты стоишь на месте, то ничего и не происходит. Не обращай внимания. Важно, что сейчас наши тела лежат в кабинете академика Сеченова. На момент, когда это записывалось, или прямо сейчас? Наверное, на момент, когда записывалось. Внимание! Тест на дежавю! Альфа! Да, прости. Так вот, таких людей немного. Для эксперимента подходили люди с мутацией гена ДЭК-2, но это не совсем то, что нужно. А нужна мутация АДРБ-1. Часто гении спят довольно мало. Ломоносов, Тесла, Эдисон, Да Винчи. Многие практикуют полифазный сон. Академик Сеченов посчитал, что вратами в лимбо является самая яркая вспышка во время сна, перед пробуждением. Так он решил, когда... спас меня после Болгарии. Операция шла 16 часов. Благодаря полимерным считывателям и модулю «Искра» Сеченов нашел меня в лимбо и установил частотный якорь, чтобы проникать сюда. Технически лимбо — это не сон и не смерть, а что-то посередине. Ну, я примерно так себе лимбо и представляла, на самом деле. И так все снова весело. Ага. Прекрасный выбор, Сережа. Благодарю, Сережа. Да-да-да. Какой? Второе дыхание. Вы можете совершить дополнительный рывок. Рывок? А как дополнительный рывок, если он не совершает его? Да это сейчас считалось как дополнительный. Нет, не считалось. Не, ну не настолько же опробовать на себе все навыки. О, поехали наверх. О, опять 15 лет. Давайте, я готова. Орехи. А, не здесь говорящие орехи будут. Так, спокойно. Кто-то убегает, кто-то прибегает. Стойте, ребята, я не готова. А вот теперь майор Нечаев готов ко всему. Угу. Лобок. О, похоже, у этого добряка мирные намерения. Види, какой веселый. Вы его освободили? Тихо. Я так понимаю, мы ничего с ним делать не сможем. У него надо чисто пуляться этим малышами. Не жалеть конечных человечков. Запускай их в это отродье. Это называется 4.19. Ну, какой милый. Наверное, не причинит нам вреда. 4.20. Не жалей. Пускай. Они не полетают. Ближе подойти они не успевают. А ну. О, отлично стоит. А, я уже помираю. А регениться ты собираешься, нет? Или сегодня так без регена? Не попадаю я. А ну. О. А,
сейчас подчередненько вас всех туда перекидать. Почему они не попали? Должны были. По всем канонам. Стой. Во. Нормально, нормально. Даже по здоровью восстанавливаемся. Спокойно. Спокойно. Тетушка думала, сейчас все разрулит. Оп. Что это? Мимолетное удивление. Поторопилась с выводами. Бей его, не стой, Сережа! Его теперь бить? Мне кого бить-то в итоге? А, теперь сбой. Что он сделает-то? Жаль, что он не настроен на диалог. Он довольно крутой. Не, не могу его бить. А эти что? Или они меня к нему подкинули? Хотя, по-моему, плохая идея. Следи за его сладкими приступами. Так. Хотя, мне кажется, я могу сделать вот так, теорию. Чё смеёшься? Не смешно. Что-то я таких не видела ещё. Что ему это нужно? А, не, он просто работает, по нему не проходят удары. Их пинать, они ничего не сделают. Жаль, что он не настроен на диалог. Он довольно крутой. Он крутой? Не круче меня, дорогая. Я могу лечиться. Стой. Вылечилась. А с вами что? Тебе просто необходимо победить. Да необходимо-то точно. А, нет, они все-таки умирают. А думала, бесполезно по ним бить. Что-то я таких не видела. В прошлый раз они не умирали. Что это нужно? Далековато, вот ты можешь лететь. Да. Я в тебе не ошибусь. Лети. Да, ты полетел ровненько. Он так не подходит. А, теперь ты еще стреляешь, что-то всем прочим. Стой! Ты мог задеть. Спокойно, спокойно. Еще колобок кидается. По идее, все это не так тяжело. От волка ушел, а от нас не уйдешь. Это точно. Однозначно. Давай, не знись, колобок. Вообще, он считается легким боссом. Хотел сказать нечестно, что у нас нет силок, но... А что я только что с орехами делала? Надеюсь, правильно. Получается, хотел за время гнать. Варлон табу-тачок. Не работает? Да, очень странно, я тоже так думаю. Как-то так, такое не работает-то. О, мой, не приложи. А ты что там стоишь? Одинокий, ловучий. Вообще в Лимбо обычно мирно. Не так, чтобы кто-то пытался кому-то досадить. Убей ты его уже! Спасибо. Бесполезно. Сейчас. Вот он хорошо стоял. Пустил момент. Сейчас можно любого кидать. Ну что, Колин? Ой-ой-ой, тихо. Он теперь кататься будет? Ты кто? Ты кто нахрен? Тихо. Жаль, что он не настроен на диалог. Тебя подбить надо, ну что? Подожди. А, еще хилок теперь нет. Тебе больно? Вообще в Лимбо обычно мирно. Не так, чтобы кто-то пытался кому-то досадить. Да убей ты его уже! Кого из двух? Вот именно, ту-ту-ту-ту. Мы стараемся. Тихо. У меня типа бесконечные патроны или что? Они давно не кончаются. Его как следует нападать. Тихо ты. Ну, скорее всего, тебя бить не бесполезно, как показывает практика. Нет, твое здоровье не видно.
Ну это-то да, он будет просто смеяться, но ничего с ним не будет. Ну штуковина. Ну согласна. Нормально. Гуляемся. Нет. О, тихо. Много хилок. Кайф. Спокойно. Нет, не летели чуть-чуть. Отстоял же хорошо. Есть. Эх, короче, кучки собираю и куда надо направляю. Ну почти. В большинстве случаев работает так промах. Сейчас мы далеко. Думаю, я вас просто отопну от себя. Я новые слова изобретаю, берут незаметно. Я хотела сказать, что я... Ну их от себя. Ты же не знаю, как это назвать. Откину. Отведу. Тихо. Бежим сюда. Вот. Все летим туда. Так почти. Тихо. Кайф. Твой лимба удивляет даже меня. А я повидала многое. Ага. Ладно, мы всех перебили. Давайте соберем сердечки для симметрии уже. Но если за боссов тоже дают монетки, то это вообще хорошо. Мы неплохо живем в таком случае. Мы оттуда, походу, прибыли. И вот туда нам надо по-любому. Да? Нет. Здесь яблок даже нет. Или все-таки надо? А ну, стой. Дай попробуем. Ну, по-моему, это назад. И нам надо в другое место. Это те, которые мы собрали, скорее всего. Что-то я смог. А, или сюда. Мне же не могла столько яблок не собрать. Хотя могла. Да не, наверное, все-таки сюда. Монетка. Ех. Так, что это такое? Пчела. Он же пчелом назвал, правильно? Я сейчас не ошиблась. Хыя. Хыя с древнемечаевского означает держать строй. Ой, сохранение было. Это супер. Мы ничего там не сделали. А вот сейчас и сделаем. Точки на точку, как положим. Ты талант. Спасибо. Такая милая. Азартные игры. Что это удачно пришло? Так, и что ты удачно приобрел? Ловкость рук и никакого мошенничества. Перезарядка оружия происходит быстрее. А махать ты тоже быстрее? О, да, быстрее, по-моему. Круто. Меня устраивает. Так, а он? Яблоки. Ну, золотая монета меня больше радует. Аурум, это же имеется в виду золото. А тут единственное, по-моему, золото, кроме меня и моей жены. Это монетка. Правильно? Нет, это тут была. Что, так можно было, что ли? Прикол. Падай давай. И здесь был. Мед, пиво пил. Пил сам тепло. В нечаевский рот не попало. В таком случае нам нужно идти туда, да? Правильно? Да. Погнали. Так, ладно. Не всегда наверх это хорошее решение. Тихо. Опа. Спокойно. Икс. Лети на синюю. И лети по синей.
Да, неплохо выходит. Солидарно. Стой. Сохранение. Что выпадет нам на этот раз? Конечно, можно оставлять навыки, но почему бы не испытать судьбу? Ничего не выпало типа? А ты пустышка? Или типа я слишком много у тебя запрашиваю? Ладно, особо ничего не выбивается. Понял, понял, понял. Да понял, 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 понял. Да стой, не зажимай меня. Да дай убегу. Тихо, тихо, тихо. А, тут с тобой битва такая официальная, да? Я думала, здесь невозможно выйти за поля. Но я знаю точно, невозможно, невозможно. Выйти за поля с нечаевым так неосторожно. Ой, не той кнопки, постоянно хочу стрелять. Да прицелиться не надо, вроде крупный. Крупный, мало. Нет, ой, тихо. Там ты падаешь в блоках, нет. Ну временно, тогда фигня. Прыгнул ты, и все. Если прыгнул, то прыгнул наверняка. Боха вроде нет. Нет, тихо. Очки исчезают. Это лимбы, здесь все реально. Ох уж эти ваши современные технологии. Я об этом не думала. Если так ты можешь пережить случившееся, то и мешать незачем, верно? Технически мы близимся к завершению пути. Ну, почти, значит, да. Все идет как надо. Ну, да, получается. Вроде правильно. Хорошо. Ну, надеюсь, что если наша жена говорит, то ей доверять можно. Давай, побед, отлично идет. Блин, я представляю, как хорошо играют те люди, которые как раз-таки проходили ту игру, где есть это скольжение. Еще раз скажу, я не помню и буду очень... Неплохо, неплохо. Еще плохо один участок пройден, родной. Еще капельку терпения. Ну, почти, да. Вот, еще раз напомню, что я рада буду почитать комментарии, что это за игра. Но, да, пока не помню. А так-то, попрыгульки. Можно серию назвать «Попрыгульки» или «Полеты во сне и без них». Потому что наяву. Теория лимба — это же и наяву тоже. Отчасти. Как отчасти? Вообще, мы же просто видим искаженную реальность. Долетели. Долетели, долетели. Давайте тут быстренько осмотримся. И пора уже заканчивать серию. Такие вот дела. Возможно, до вас дошло не очень много, потому что где-то я была очень многословна, где-то что-то повырезала 100%, зная себя. Вот. Смотрите, нехорошо, так как минимум не культурно, а как максимум у меня есть пушка. Правильно, правильно мысль. В каком-то смысле нас обоих не стало тогда, в Болгарии, в 52-м. И нас спасли, спору нет. Но как-то так вышло, что нас начали использовать в своих целях. И в реальности, и в лимбо. Ха, даже товарищ Муравьева, баба Зина. Эх, забыть бы это все рядом с тобой и начать жить нормально. План есть, шансы тоже. Ну, шансы... Ну, не знаю, не сказала бы. Нас действительно используют в своих целях по полной. Как ты собираешься выбраться из-под этого? Ну хотя, если действительно надеть кольца и стать... Твои сосиски. Если надеть кольца и стать невидимыми для коллектива, то вполне себе реально. Тебе хорошо? Ох, что ты намеки на трупы. Ой! Что там у тебя еще раз? За два... Ну что я еще буду копить? Ну давайте ни на что. О, мне уже 5. Чё себе накатала? Не, давайте просто их будем копить до победного, а потом в конце обменяем на что-нибудь. На все, что нам надо. На все, что нам хватит. Вот. Прикольно. Прикольно, спору нет. Если приноровиться... Опа! Стой! Ладно, мы его уже не спасем. Если приноровиться, то можно проходить это вообще на раз-два легко.
Вот, обязательно мы с вами натренируемся. А пока, ребятки, ну а пока заходите в описание, там есть ссылки на все серии Atomic Heart Узник Лимба. Подобные ссылки с разными играми под каждым роликом. Обязательно заглядывайте, оценивайте, изучайте. И не забывайте про 4 простых действия. Это поставить лайк, написать комментарий, подписаться и нажать колокольчик. Ну а с вами была Дилнас, я вас всех люблю. Пока! Feel the shock waves up.